еще раз вернемся на тот участок, где у нас растут замерзшие персики шлихта, слегка подмерзшие гибриды персик-абрикос. Явная склонность в сторону абрикоса, вот, только верхушки слегка прихвачены. Для чего мы вернулись? Во-первых, смотрим, что мы тут можем сделать. Наверное, вначале посмотрим, до какой поры у нас за ней замерзли. Одной руки держу, другой отрезаю. Вот до сюда. Вот сколько у нас было снега. Поняли, да? Ну, дальше я потом замажу, поняли. Вот здесь еще похуже дела, там похуже дела. Вот этот самый лучший росточек. Итак, что мы будем с ним делать? Росток даст. Придет осень, потом ноябрь, и в ноябре, после первых 10-20 градусов морозов, замерзнет и черт с ним. А если все-таки доживет, я с него срежу вот такие вот черенки. То есть он снова станет вот таким. Вот таким черенки срежу и привью на настоящие манчжурские абрикосы. Так, ну понятно, это я замажу, когда закончу съемку. А сейчас маленькое чудо. Вы уже поняли, это шанс спасти и начать приучение персиков. Еще одной сорт, уже более ненадежный. Наоборот, самый ненадежный, как более роскошный, к Сибири. А теперь одно из чудес будущих я вам показываю. Сбудется, не сбудется, другой вопрос. Безумство храбрых, это про нас рассказывал Максим Горький. Вот, смотрите сюда. Вот это вот я привил вот такой вот абрикос, только поменьше росточком, помощнее оставил. И вот что интересно, он у нас доживет до плодоношения, если доживет. Так, и если плоды будут роскошные, мы его привьем на манжурец. Если плоды будут не роскошные, оставим его так. По принципу, это живет, живет, не мешает, не мешает. Но тут интересно другое, смотрите внимательно. Если говорят, достаем кролика из шляпы, то я это называю, достаем шляпу из кролика. Это покруче вам будет. И не каждый фокусник из кролика шляпу достанет, да? Смотрите. Открываем, смотрим. Вот такой вот абрикос был, только поменьше росточком, был привит. Что на него привил я? Привил персиковый абрикос. Здорово? Не знаю. Скорее всего, должен замерзнуть. А может и не замерзнет, если подвой хорош, так? И посмотрите сочетание. Подвой персик-абрикос, привой персиковый абрикос. Я вам сейчас покажу фотографию, посмотрите на нее. Это на манжурском абрикосе был привит королевский, а в крону королевского был привит персиковый. И хотя персиковый абрикос – это абрикос, получилось нечто похожее на, как видите, на, судя по фотографии, наверное, даже чуть-чуть на нектарин. Вот. Вот такие чудеса. И вот это одно из будущих чудес. Вот я обрываю эти повешки, чтобы не мешали. Посмотрите, он пошел уже, да, пошел. Он уже 100% живой, значит, будет развиваться до осени. Ну, дальше тот же самый самотек. То есть выживет, выживет, никто за ним ухаживать не собирается. Поливать не собирается, удобрять не собирается. Итак, одно из возможных чудес. Я просто хочу, ребята, сказать вам, вот, не бойтесь ничего. Я не говорю, что надо прививать этот персик на березу. Но вот такие чудеса, они должны быть в каждом саду. Мы возьмем количеством. Вот. И самое главное, вот это вот волшебство, оно нам по силам. Понятно? Согласен? А, Коржик? Согласен? Вот собака и та согласна. Ну, в общем, давайте. Сегодняшняя съемка заканчивается. Возможно, если не будет времени или не будет сюжетов, но уж придет пора плодоношения, я должен вас познакомить уже не с каждым сортом, а с каждым деревом. Потому что все деревья имеют одно на всю планету, каждая из них. Вот, родственники, но ой-ой-ой, какие. Вот. Ну, еще немножко побережем под бутылкой от птиц, от мышей и от насекомых.
Вот, и от града. Вот так. За одним получились, как хранить, как быстрее оживлять, как нивелировать очень короткое сибирское лето. Все, друзья, это 8-й фильм из весенней серии. Наверное, пока последний. Пока.